Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Читинские байкеры отметили закрытие мотосезона массовой встречей в рамках выставки-ярмарки «Автотрансэкспо-2014». Более 150 мотоциклистов и пассажиров собрались на площадке выставочного центра «Забайкальский» для того, чтобы подвести итоги сезона конкурсами и просто пообщаться. Сотни брутальных мужчин в кожаных куртках и девушек-байкерш в этот день оторвались по полной. Массу удовольствия получили и зрители, которые пришли посмотреть на шоу, устроенное мотоциклистами. Байкеры с удовольствием фотографировались друг с другом и с посетителями, а последние, в свою очередь, старались запечатлеть как можно больше себя на мотоцикле с мотоциклом на фоне мотоциклов. Здесь же на закрытии мотосезона было вручено гран-при региональной ассоциации мотоциклистов Забайкальского края за активную позицию и участие в жизни Читы. За этот сезон произошло у нас много интересного. Мы организовали первый в Забайкалье мотофестиваль, причем он был межрегиональным, приехали люди из других регионов, это и Улан-Удэ, различные города нашего края, в том числе Могоча, Петров, Забайкальск. Мы собрали очень много участников и было очень весело, проходило все это на озере Арахлей. Также у нас многие участники ассоциации мотоциклистов Забайкалья ездили по всей России, совершали различные мотопробеги. У нас было торжественное открытие мотосезона. 18 сентября мы почтили байкеров, погибших на дороге, и проехали колонны по всему городу с траурным леночкой. В общем, наша жизнь полна и интересна. Первый конкурс называется «Арбузы». Требуются желающие. Все активно принимают участие в жизни ассоциации мотоциклистов Забайкалья. Все принимают активное участие и оказывают помощь на дороге всем своим двухколесным собратьям, а также автомобилистам, которым в этом нуждаются. Потому что у байкеров есть замечательное правило ни в коем случае не отказывать в помощи на дороге. И если кто-то обращается, то мы всегда готовы помочь. Ежегодно количество байкеров увеличивается. Хотелось бы сказать, что мотокультура у нас развивается, причем развивается она в нормальном таком русле. У нас не ездят люди без экипировки, не ездят в шортах. То есть люди понимают, что такое мотоцикл, что такое дорога, чем они рискуют. И поэтому, соответственно, находятся в нормальном состоянии, с документами, в специальной экипировке и не причиняют вреда другим участникам дорожного движения. То есть мы в любом случае популяризируем мотокультуру и культуру безопасного движения на мотоцикле. Правила дорожного движения мы не нарушаем. По словам Сорокина, для того, чтобы вступить в ассоциацию, достаточно просто купить мотоцикл. В ходе закрытия сезона все присутствующие смогли принять участие в конкурсе по перетягиванию каната, поеданию арбуза и езде на трехколесных велосипедах. Сосиску съел, но не получилось, большая скорость. Участник прямо набрасывается на сосиску. Напомним, что выставка «Автотрансэкспо-2014» проводилась в Чите с 18 по 20 сентября. В выставочном центре Забайкальске были представлены не только новинки в области автомобильной и специализированной техники, но и экспоненты туристических организаций Забайкалья. Александра Леонтьева, Илья Татауров, специально для Забинфо.ру.